Эти старшеклассники из села Бутор с гитарой не расстаются ни на день. От дворовых песен до композиций знаменитых артистов. Поют и играют обычно о самом разном. Вот только на родном молдавском языке песен под гитару не так уж и много, признаются школьники. Но с появлением музыкальной поляны, так называется новый сборник детских молдавских песен, их репертуар пополнился. Это у нас как хобби получается. Мы хотели спеть эту песню. Нам помогли поставить на музыку учителя и еще на нашем крае о весне. Поэница музыкалы – результат совместной работы Галины Гурски и Василия Драгоя. Подобного у нас еще не было, рассказывают авторы. Молдавский колорит чувствуется как в музыке, так и в текстах песен. Сборник рассчитан на детей младшего возраста, и им сегодня тоже доверили исполнить одну из песен. Песни здесь о родине. Даже первая песня называется «Мой край Приднестровья». Песня о том, что есть орех, растет он у ворот, но ты должен здесь остаться и ухаживать за этим орехом, и увидишь, какой он вырастет большой, такой же, как и ты. Песни о маме, песни о традициях Нового года, о колядках, о нашем мартишоре. Песни разнообразные, очень-очень сладкие, как я говорю. Знаю, что особенно в молдавских школах нашей республики мало материала, скажем, для детей. Я общаюсь с преподавателями начальных классов в молдавских школах. Это и была их просьба, чтобы появилось у нас что-то в Приднестровье новое. На музыкальной поляне авторы останавливаться не собираются. Вскоре ребят ждет еще один сборник песен. Работа над ним уже ведется. Ярослав Богат, Салават Шейхулисламов, Первый Приднестровский телеканал.